Всех приветствую. У меня очередная распаковка. Вот такой вот она. Такая вот большая посылка. Честно говоря, я даже не знаю, что там. Ну, начнем не с нее. Начнем вот с такой. Такая вот она. Маленькая. Что там на кухне играет? Так. Сейчас мы ее распакуем. И мы тут имеем... Ой! Что за гадость такая? Это, короче... Ну, вот видно тут все. Это наживка. Такая красота. Сейчас ее откроем. Вот она такая вот. Она такая... Запах... У нее не очень. Может, специально какой-то рыбный специфический. Ссылку я на эту штучку дам в описании. Заказывал не себе. Ну, да реально, вот как рыба такая, желе. Заказывал не себе. Человек попросил, но он увлекается рыбалкой. Вот он в этом всем разбирается. Я не знаю даже, как это. Что это такое? Она стоила, сейчас скажу, сколько стоило это все. А тут даже две. Вот эти зелененькие. Стоило 20 центов. 20 центов. Вот за такую красоту 20 центов. Неплохо. Ссылка будет. Это наживка какая-то. Для спиннинга. Ссылку дам, конечно, в описании. Запах какой-то странный. Довольно-таки. Специфический, что ли. Не знаю. Я даже не знаю, к чему это. Тут их в наборе. Два набора здесь. Такой вот пешенький. Так, раз, два, три, четыре. Тут шесть. Так, все, забодяживаю их. И тут. Ну, честно говоря, мне очень нравится такая вещь. А это какая-то блёстками даже. Ну, видимо, я на крючок, и такая плавает такая вот. Глаза даже здесь есть. Сейчас не знаю. Видно ли на камеру? Так, ладно. Это я закрываю. У меня будет очень много вот распаковок с такими рыбными вещами. Рыболовными, так сказать. Заказов было много. Так, ладно. Перехожу к следующей посылке. Наверное, вот это возьму. Такая навесистая. Сразу скажу. Если это 100 грамм, стоила она 1 доллар. Ровно доллар. Открываем. Что здесь такое за доллар? И у нас... Что-то непонятное. Видимо, какая-то женская для омоложения. За доллар. За доллар. Крем. Это мазюка. Трек отслеживался, но я что-то в последнее время заказов много, и я сразу их не забиваю тупо. Я потом уже, когда срок заканчивается, я уже смотрю, какие поступили, какие не поступили. Ладно. Вдруг это не мои. О, где-то да, даже есть гауси какие-то. Так. Запах довольно приятный. Ну, это супруги. Да, запах у него... А, вкусный. Если найду, то дам ссылку на описание. Вот, даже на 35 грамм здесь. Да, крем для омоложения, по-моему, покупал. Ладно, это... Ну, вот такая посылочка еще. Так, она очень легкая. 0,225 грамм. 25 грамм 2 доллара стоило. 2 доллара, видно, что-то такое нужное. Что-то полезное. Ух ты, как хорошо упаковано. Точно ли это мне? Евдокимов, это не мне. Дом. Адрес какой-то странный написан. Ильдинская, дом 25, квартира 28. Ладно, я покажу, что здесь.
А, ну так я и думал, это для стекла, для... О, визитка здесь. Дорогой друг, будем рады. Короче, 5 звезд. Экранчик для фотоаппарата. Ладно, буду звонить этому человеку. Кто знает, может меня видит. И вот это не мое. Ну, я его вскрыл. Ладно. Позвоню этому человеку. И вот следующий. Честно звоню, буду звонить. Мне это что-то ни к чему. Вот такая большущая. Она весит. Здесь не указано. Непонятно сколько. Стоит она? 3400 долларов. И доллара 300 центов. Так, сейчас я аккуратненько открою. И мы проценим, что здесь у нас вот. Вот такой вот. Аккуратненько. Так, как они тут запаковали это так сильно, мощно там. Все, скотчи. Хорошо здесь закрыто. Опа. Так, тут же оно туда. Упаковано хорошо. Написано было, что здесь килограмм в отслеживании. Так, и у нас тут много где предполагал. Собака, которую я подарил на день рождения детям. Обзор будет. Да, конечно. На подарок оно... Ну, как сказать, обзор будет на их сайте, на их канале. Упакована она с одной стороны хорошо, но с другой стороны все помялось. Есть вот все такое вот оно. Ссылка будет в описании на эту собаку. Ну ладно. За 3 доллара. Эх, надеюсь, он работает. На пульте управления, там на пульте управления. То, что мы имеем. Где батарейки? А-а. Я вставлю потом. Увидите, ссылка будет, когда мы отследуем эту штуку. И увидите эту прелесть. Ладно, сейчас запакую, дети до своего канала это вскроют. Все подписывайтесь, ставьте лайки. Будьте здоровы.